Пойдемте. Вам сказали, что завтра, да вы тоже пойдете. А за что вас задержали? Нам 80 лет. Открываем. Старуха, ну что? Отошли. Здорово. Ну вот так видите, людей просто хватает из толпы. Они не выкрикивают из этих лозунгов, не держат никаких плакатов. Задержания продолжаются практически каждые пару минут, даже чаще, наверное.